давай, давай я здесь что-нибудь беру. Ладно, перестань. Я своей в Челябинске всегда помогаю. Привык. Пока твоя Нинка придет, мы уж тут все уберем. У меня-то? А у меня два. Что два? Два дети. У меня два дети. Старший и младший. Мы с ними всегда вместе квартиру убираем по субботам. Они мне пленки свои заводят. Просвещайся, отец, не отставай от жизни. А я им... Чуваки вы желторотые, кому вы говорите? Вы караван слыхали? А бессаме муча? О чем с вами говорить? А баба у вас, и бониме, и больше ничего. Ой, все у вас есть. Бери не хочу, вы какие-то скучные. Магнитофоны у вас, транзисторы, гитары. Гитары ваши громко орут на всю катушку. В наше время тише играли. Но шуму в свое время мы наделали больше. А что это смешничка? Факт. Статьи в газетах, фельетоны, стиляги, плесень. Куплеты с эстрады пели. Не ходите, дети, в школу, пейте, дети, кока-колу. Кока-колой пугали. Двадцать лет, Люська, 20 лет прошло, чтобы понять, что Кока-Кола — это просто лимонад. И ничего больше. Я тут по магазинам мотнул, мне стиральный порошок надо было достать. Смотрю, Армстронга навалом. А сколько мы 20 лет назад из-за этого Армстронга друг другу нервов попортили. Вот как крутились, ведь на рентгеновских снимках пластинки делали. Музыка на ребрах называлась. А сейчас бери не хочу. Нет, я, может, что не понимаю, я не понимаю чего, но... Армстронга навалом, с порошком перебои. А ты помнишь, Люська, ты всегда выходила в офигительном платье. Разрез вот до сих пор. Мы ж коленки наших девчонок только на физкультуре и видели. Дядь Коля прижимал свет. Мы давали 6 тактов вступления. А что, ты не помнишь, что ли, старух? Ну ты даешь. Снова джаз играет. Люстры освещают глаз. Сколько верст фокстротом пройдено, милая, еще до нас. И козел на саксе. Ну, Люся, а твой Бэмс, он же король, он первый среди нас был. Я из Челябинска как приехал, утюг утюгом. Только пиджак в клеточку и брюки дудочкой. А он как ходил? Плечи ватные, во! Галстук вот до сих пор. С драконами. Пожар в джунглях назывался. Волосы на бриолине. Полботинки на белой микропоре вот такие. Как назывались-то? Ну? Нет. Манная каша. На манной каше. Только мы на вечер все сразу бэмс, чучу, бэмс, чучу, бэмс, чучу, бэмс, чучу, бэмс, чучу. И наш бэмсик давал железно. Только пиджачок скинет, воротничок рубашечки наверх и выдает стилем. Падами бас. Is that chat ногу чуча, 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 он чуяча, он чуяча, чуча, чуча. Моих талантов только на второе чай хватало. Зато орал от души. А фалы толады, да, ладно. Ладно, Люся, было, заезжал я в другую тональность, но зато ритм я держал железно. Ща, ква, ква, чики-пики-па, ча, чу.
Соседи, соседи. Кстати, безобидная песня оказалась. Нет, ну мне мой младший Пашка перевел, он в спецшколе английский на раз течет. Там один парень другого спрашивает. Ребят, это поезд, значит, оно гучучу? И все! Обычная железнодорожная тематика. А мы с Бэмсом хрипели так, будто кто-то кого-то убил и поет над трупом. Ну и врезали нам тогда. И за Кока-Колу, и за нашу Чучу. И за галстуки с драконами. И этот вечер, Люська, наверное, никогда не забуду. У меня ничего страшнее в жизни-то не было. Зима, скоро сессия, народу полно. Декан бегает, кричит, бум отчислять, бум отчислять, бум отчислять. А прорабатывал до нас аспирант один. Я его на всю жизнь запомнил. По глазам. Сидит такой в очках. Глаза белые, прозрачные. Как в душу глядел. Диплом мы вам дадим. Но будете вы инженерами без допуска. Мы ж тогда не понимали, что это допуск. Это вроде всех допускают, а меня нет. А к чему? А я тут недавно его встретил в министерстве. Он меня не узнал, а я его сразу по глазам. Сидит рыбий глаз, бумажки со стола на стол передвигает. Выходит, его к этим бумажкам только и допустили. А у меня в Челябинске 500 экскаваторов да 1000 молодцов-строителей. И сам черт мне не страшен. Это страшно было, железно, страшно. Молодо, зелено. А знаешь, это все-таки лучшее время нашей жизни. Я не знаю, что твой Бэмс комплексует. У меня это время, как третий том моих воспоминаний, стоит на полке. Плохо мне достал, почитал хорошо. Ты помнишь, было нам 16 лет. Душа не знала жизни тень. И целовались мы тогда с тобой весенний день. И козел на саксе. Афаду, фаду, фада, афаду, фаду, фада, афаду, фаду, фада, афаду, фада, фада, фа. Я так завидовал тогда своим будущим детям, а? Я думал, вот хорошо им будет. Они получат современного, нескучного отца. Вот они у меня появились, два, старший и младший.
Они тоже, наверное, про себя думают. Вот бы им таких родителей, как они. Современных, нескучных. С ними договориться можно. А тут старые индюки. А чё, Люсь, я похож на индюка, да? Ну как им объяснить, что мы тоже в свое время шороху дали? Падми бойс. Люсь! А, Люсь? А ты счастлива? А я счастлив, железно. Ага, железно. Дети у меня, во! Работа у меня, во! Порошок я достал, Армстронга купил. А может, надо просто раз в году достать свои старые доспехи, натянуть брюки дудочкой с мылом, напрялинить волосы, ну, кого что осталось, и врезать им стилем подмебас. Думаешь, поймут? Перелом шейки бедра в двух местах. Артист театра имени Вахтангова Александр Филипенко.